Кто сказал, что цветы – это только украшение сада? Ничего подобного. Я из них готовлю очень много блюд. И самое мое любимое – салат с лепестками цветков бегонии. Замачиваем тонкие дольки двух очищенных яблок в лимонном соке и настаиваем 10-15 минут. Зеленый салат разрываем на кусочки. Добавляем яблоки, слегка припущенный на сковороде перец. И вот настал черед бегонии. Бросаем в миску лепестки цветов. Добавляем сахар или мед по вкусу, а также соль и перец. Заправляем растительным маслом, перемешиваем. Сверху посыпаем салат обжаренными кедровыми орешками. Такое изысканное блюдо понравится всем без исключения. Попробуйте и вы его приготовить.